стране. Это «Вести», не переключайтесь. В Томске продолжается обустройство общественных пространств по программе комфортной городской среды. Мэр Томска сегодня планирует посетить Михайловскую рощу. В крупнейшем в Томске природном парке выполнены работы по благоустройству территории. Жаркая и солнечная погода сохранится в Томске и районах области в среду. Городские власти продолжают обустройство единственного официального городского пляжа. Работа на левом берегу Томи сейчас в самом разгаре. По данным мэрии, этим летом отдыхающих ждут развлекательные оздоровительные программы, серия занятий гимнастикой цигун и йогой, открытие библиотеки на песке. В 7-й спортивной школе сегодня стартуют одни из крупнейших в сезоне соревнований по шахматам. Мемориал известного тренера Владимира Дохленко соберет в областном центре сотни шахматистов со всей страны. Соревнование одновременно является этапом Кубка России. Я во сне увижу белый пароход и все подряд. А проснусь, все зубки целы. Больше зубки не болят. Лечение зубов детей под общей анестезией. Денталия. 46-86-88. Традиционной китайской медицины в Томске. Прием ведут врачи из Китайской Народной Республики. Цилинь сочетает высокий профессиональный стандарт и индивидуальный подход к каждому пациенту. Ждем вас по адресу: улица Вершинина, 6. Магазин «Ударник». Газонокосилки «Профи» от 3500 рублей. Иркутский тракт, 26. Внимание, внимание! В Мегахенд в день скидки 90% джинсы стоят 49 рублей. Вась, сколько 49 рублей? И это правда! Мегахенд экономит семейный бюджет. ТЦ «Зеркальный риф», второй этаж. Приглашаем к строительству нового дома с подземной парковкой. Алтайская, 107А. 16 июня в 11 часов дилерский центр «Штиль» приглашает всех на демонстрацию продукции. В программе конкурсы, подарки. Главный приз – бензопила. Ждем вас по адресу: улица Шевченко, 32. Абрикос «Шалах» 99,90 за килограмм. «Фуд-Сити» – отличный выбор. Скидка на матрасы до 35% в мебель «Вилли» и «Уюте». Линолеум «Таркет» всего 399 рублей в магазине «Союзстрой» на Мира 46. Здравствуйте. Доброе утро. С удовольствием начинаем с вами этот день.